Всем привет, вы на канале Супер Девочка. Сегодня я гуляю в такую игру. Ну что ж, давайте посмотрим. Минутку, то Влад, мой брат, сидит. Что? Сейчас я брату вышлю. Минутку, пошлите вам. Ну что, вот мы в ферме. У меня вот такое есть. Давайте посмотрим барашечка. Так, пошлите, пошлите. Вот так вот, вот такой мой город. Ну что, давайте вот это вот заберем. Вот, забрали. Сейчас мы сыр. Так, нам пока ничего не надо тут. Смотрим, что на самолет. Ни одно отправили, печеньки мне не могут. А молоко я сейчас у себя гляну, вдруг есть. Ну, то на другие бокалчики. Ну, сундучки. Сейчас, где мои коровки? Коровы. Ну что ж, можно яички взять. Нет, они еще кушают. Где наши коровки? Вот. Они кушают, давайте корм скорее им поставим. Тут баранчик. Да, так. Мне надо для коровок. Три уже нужно давно скормить. Или они кушают, или нет. Ну что ж, давайте скорее будем уже сейчас смотреть на рынок. Где наш рынок? Ого, тут у нас так пусто. Но мы все поставим. Глянем на самолете. Так, гамбургер есть. Мне надо вот это. Но оно пока у меня не мало. Поэтому мы это не удаляем. Так, у него. Ему осталось вот это и масло. Сейчас как раз масло заберем. Что ему еще надо? Вот это. Ну что ж, найдется. Вот как раз у нас оно есть. Так, и масло. Где у нас масло делается? Ой. Я не буду это делать. Я покупать не хочу. Я в наше масло. Уже искаю это масло полчаса. Я масло. Вот оно, маслечко. Сразу забираем два и отправляем. Отправляем. У меня масла нет, наверное. Так, что дальше? Что дальше мы сделаем? Сейчас посмотрим, что у нас есть на рынке. Смотрим, смотрим. И у нас есть мало чего. Ну что ж, давайте посмотрим скорее. Так, что тут у нас есть? У нас тут есть вот это, вот это. Так, сыр. Давайте глянем, ли у нас есть сыр. Нам надо отправить. И у нас делается сыр. Звуки издаются странненькие. Так, что нам надо? Нам не надо пока ничего. Ну что, давайте прощаться. Ставь лайк и подписывайся на канал Супер Девочка. Всем пока, пока-пока. Пока.